Яркая, удобная, легкая, практичная. На белорусской ярмарке поступление новой летней коллекции обуви. Она не только приятна на внешний вид, но главное, она почти не чувствуется на ноге. А это позволит меньше уставать при долгих прогулках и получать намного больше положительных эмоций. На выбор прекрасному полу представлены различные модели мокасин, шлепок, босоножек, изготовленных из натуральных материалов. Размерный ряд от 34 до 43. Обувь для меня всегда проблема, поэтому увидела рекламу, ну и решила зайти всего лишь. Вот, ну, смотри. Это вообще мягкая, конечно, обувь хорошая. Я думаю, что-нибудь подберу. У меня проблемы на ногах. Одна больная. Одна получается шире, другая уже. Вот здесь я нахожу все, что мне нужно. Вот недавно приобрела осеннюю обувь, ботиночки. Сейчас туфельки. Впереди мне осталось. Обувь очень удобная. Выбрать новую пару обуви могут не только женщины, но и мужчины. Тем более, что в ассортименте представлен широкий размерный ряд от 40 до 47. Кроме того, новинкам порадуются и те, у кого проблемная стопа. Положительные отзывы о белорусской ярмарке уже разошлись не только по нашему городу. За обувью люди приезжают из ближайших районов. Ну вот босоножки на лето, так как взъем большой у меня, косточки. Поэтому очень удобная ваша обувь. Пришла шлепочки или босоножечки купить. Ну, классно прям вообще все. Но легкий вообще, даже не чувствуешь на ножках. Выставка обуви находится в торговом центре ЦУМ по адресу Московская, 55, с 9 утра до 8 вечера. Ярмарка в Канске продлится до 25 июня. Юлия Олейникова, Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.